работе? Нет. Ну, вот такой. И когда он плюнет, то этот шарик вверх поднимет. Но сейчас видишь, как сейчас это вот этот ветерок, и он так. И смотри, вот это видишь, ослабленно. Теперь в тени просто. Нормально. Значит, я принес себе леску, там несколько штук. Потому что, смотрите, вещи здесь меньше, очень мало уже. Очень много. То есть надо будет. А потом, если, например, тебе придет катушка, она придет с леской. Вот дальше просто. Сюда не может, вот дальше. Да. И сюда не может. Да. Это вот второй стоп. То есть он находится между двумя стопами. Да. Значит, суть какая? Это вся грузина. Да. Если у тебя этот уголок будет тонуть, и ты забросил, он у тебя тонет. Значит, тебя глубоко. Ракун пошел к людям, которые фишинг занимаются. Сейчас они его встретят.
Да, этот шнур ты бери себе. А можно? Хорошо. Иди сюда. Блин, ну как будто чистая. Люся, а тебя кто-нибудь преградил? Еще одна там, нет? Давай я. Ну там есть наша хорошая, а другие. Очки втыкай в это. Основание.